сегодня, как знаете, играли с командой, которая на последней позиции не завоевала еще ни одну победу. И нормально было ожидать, что будет, что будем выигрывать 3-0. Но я доволен, потому что, как и говорил девочкам, не надо только выигрывать, надо играть хорошо, надо попробовать сделать то, что делаем на тренировке, что вы перенесли на игру. Сегодня то выглядело на в одном периоде игры хорошо, только на начале не было так, так как надо. Но я могу сказать, что я доволен, и команда готовится за следующую игру, это через два дня в Ленинградском. Да, конечно, все равно родной зал всегда помогает, болельщики свои, и комфорт все равно больше, нежели когда ты играешь в гостях. Но это суть, наверное, чемпионата всего, то, что ты играешь дома и в гостях, и нужно адаптироваться ко всему. Такие ситуации, конечно, бывают, о том, что вы говорите, что, не столь больше настроить, нежели на команды, которые в верхней части таблицы, но это зачастую бывает из-за того, что ты, наверное, недооцениваешь соперника, и ты понимаешь, что там где-то они могут что-то сделать не так, как там ты ожидаешь, но я себе всегда говорю, и мы тоже с командой это всегда обсуждаем, что ни в коем случае нельзя никогда так делать, потому что такие команды все равно способны на очень многое, и от них тоже стоит ждать очень хорошего волейбола, потому что они также тренируются каждый день, работают над собой, и ну, всегда могут показать очень хороший волейбол, и всегда нужно хорошо настраиваться. Плохо, когда команда не оказывает достойного сопротивления. Начинают партию, вроде там немножечко подцепляются, и потом потихоньку соперник переигрывает. Вместо того, чтобы продолжать бороться и проигрывать, ждать, когда тебя переиграют, а мы уже начинаем отдавать сами. Концовка одной партии не приняли, перебили, партия закончилась. Там опять же поборолись немножко до середины партии и опять остановились. Ну, надо над этим работать. Я думаю, что все-таки психология, игроки. Практически никто в Суперлиге не играли раньше. Против таких блокирующих не играли, против такой атаки не играли. Для них это тяжело. Если будут учиться, будут расти. Если кто-то опустит голову, сникнет, то значит, есть высшая лига Б. Это такие очень моменты, которые там пару очков можно выделить, где-то хорошая атака, где-то в защите эффектно сыграли, но в целом понятно, что класс наших команд разные, что Динамо Казань это совсем другой уровень, и, к сожалению, мы не смогли навязать той борьбы, которой бы хотелось.